Здравствуйте, друзья! В настоящем рассмотрим комплектность лазерной линейки LDM-100. Она вот представлена здесь. Это кистевой ремешок и чехол для ношения на ремне. Хочу сказать, что LDM-100 – это старшая линейка в серии, которая включает такую же линейку до 40 метров, 60, 80. Они отличаются несколько по цветами. Вот видите, 80-ка имеет оранжевый ободок, 40-ка зеленый. Технические характеристики у них одинаковые, функциональность также отличается только максимальным расстоянием измерения. В данном случае 100 метров, есть, как я сказал, 40, 60 и 80. Итак, по функционалу. Это прямые измерения, как видите, по нажатии на кнопочку РИД. Измерения выполняются как от нижней кромки, так и от верхней. Менять точку отсчета кнопочкой U. И пиктограмма в верхнем левом углу показывает, вот, что измерение от верхней кромки или от нижней. Так. Следующее, что можно? Плюс-минус. Здесь понятно. Можем вычитать от результата измерений или прибавлять. В данном случае ведь получили 51 миллиметр разницы в измерениях. Да? Следующая пиктограмма — это, как видите, расчет площади при измерении одной тиком, второе, и внизу результат метр квадратный. Повторное нажатие на кнопку с этой пиктограммой мы можем рассчитать объем. Суть такая же. Выполняем измерение. Вот, делаем последовательно три измерения и результат — метры кубический объем. Так, есть пиктограмма памяти. Вот, в данном случае можем хранить результаты измерений. Да? Вот. И нижняя кнопка, кнопочка OFF или CLEAR. То есть это позволяет выключить лазерную линейку. Питание лазерной линейки осуществляется от двух батареечек 1,5 вольта, типа размер 3А. Так, да, вот такой уровень здесь. Ну, его практичность под вопросом, но тем не менее он есть. Да? По крайней мере, можем им воспользоваться, если нет ничего под рукой. Вот такая линейка. Спасибо.